Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим лютые приколы в играх Game What The Fuck. Оставайтесь живыми. Что-то как-то по просмотрам подпросел тоже Game What The Fuck. Что-то весь YouTube подпросел на самом деле по просмотрам. И так, я не вижу тут в комментариях. Не вижу тут в комментариях никакого упоминания про нас с тобой. Чё это про товарища Виндяя там люди не пишут? Да не ладно. Не ладно, не очень-то и хотелось. Ладно, поехали посмотрим. Bye. Че? Hi. А. Bye. Привет. Пошла на. Какие дела, народ? Вот посмотрите. Здорово, это нормально. Видео и скажите, что с ним не так. Что с ним не так? Ой-ой-ой, контра, вот что с ним не так. Найс, найс, две головы. Три головы. Охренеть, парень, что? Четыре головы. Еба хорош! Да, это конечно круто, но скажите, почему на всех этих крутых видосах враги выходят по одному, как маршрутки по расписанию? Я, собственно, почему бомблю? Вот примерно так происходят мои встречи с врагами. Да потому что он играет на паблике какой-нибудь забитом, где всякие эти люди играют, типа меня, которые... Так это другая игра, дурачок, ты чё? Ой, блядь! Ну так а чё ты рашишь их? Кто ж тебе виноват, что ты рашишь их? Это знаешь, все равно, что я войду в качалку, скажу: качки-петухи! Войду в качалку, такой: блин, ну парни, ну чего вы толпой на меня нападаете? Ну давайте раз на раз. Да в принципе и раз на раз они отпинают. Братан, вот заломали. Чего они там вообще стоят? Че они там делают? Там у них какие-то групповые обнимашки? Ебать. А, щищ! Это ты сидишь и долго чекаешь какую-нибудь позицию в КС, и целую минуту там никого нет. Только ты решаешь перезарядиться, как да, сразу... Да-да-да. Правда-правда-правда-правда, буквально так же у меня постоянно на турнирах. Кстати, мы играем на турнирах на Твиче, можешь зайти, там ссылочка в описании, там же мы и выиграем. Утро доброе! 18.00 обычно стрим. Иногда тайминги в играх способны заставить твое пукло сиять ярким пламенем. Не хочу слушать твои разговоры. Бам. Давай, до свидания, я пошел. А, он не может открыть парашют из-за того, что ему звонят, понял. Абонент временно не доступен. Вот тут у него модный прикид. Телефон, величайшее зло современности. Звонков не выжили, это же GTA. Хочешь узнать, как взять самую высокую ноту в вокале? Вот упади вот так вот. Не надо, не так, надо. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной. Коленки не расшиб, нет? Не, бать, все нормально. Я помер. Из этой жизни тупо ушел. Больше не буду видеть твою вонючую рожу. Нет, только позвоночник в трусы высыпался, а так нормально. Ладно, пошли. Проверим помещение. Ща подойду. Давай ты это, сам сходи, я тут на шухере посижу. Господа геймеры, минуточку внимания. Я тут на шухере полежу. Самая ленивая фраза на свете. Тинькофф обновил карту All Games. Собственно... О, найс, найс. Хорошая реклама, наверное, не знаю. Ага, проскипаем. На кэшбэк на покупку. Тинькофф, родненькие, купите у меня что-нибудь, а? Ты чё? Играет в батлу? Или что это за игра? Стреляет. Ты стрелять будешь? Нет, молодец. Ну не очень попал. А! Друг, ну тут судьба твоя была предначертана. Даже если бы снаряд долетел и ты сбил бы самолет, все равно ты бы не выжил. Пам. Слушай, Ньютон, вот на кой хрен ты гравитацию открыл? Вот те, кто тебя просил, до этого же люди нормально жили. Кувырочки в небо. Нормально. Знаешь, хочешь жить, умей крутиться. Вот этот парень умеет жить лучше всех. Что здесь происходит? На, на. На. Дежаву, тара-тара-та-тара-та. Все с кайфом летали, но нет, тебе надо было со своей гравитацией. На него смотрит чувак и фоткает его. А этот парень целуется с другим парнем в честь летающего мужика.
воспарил, так сказать, призрак ушел в небо. Появиться. Теперь происходит вот такое. Бедная бабушка. А, это парень. Нет, слушайте, это не... Как наши родители добирались до школы? Дело. Нам нужны лайфхаки по выживанию при падении с большой высоты. О, первое. О. Оставайтесь спокойными. Как вы себе это представляете? Ты похер! Второе. Замедлите падение, приняв дугообразную форму. Есть. Согните колени. Сделано. Найдите лучшее место для приземления. Аэропорт Шереметьево пойдет? Ладно, так уж и быть. Давайте попробуем найти местечко помягче. Давай. А какое это мягкое местечко? Человек? А. Падучие мужики! Аллилуйя! А, блин, не получилось. Наверное, колени недостаточно согнул. Да вообще, лишь GTA, если она захочет с тобой покончить, то вы никак не спасетесь. Нормальная ситуация, черный мужик едет по такой штуке. Такое ощущение, заебался. Что в этой игре просто закончилась фантазия, как тебя убивать, и она такая, инсульт, норм тема. Спортом надо было заниматься, понял, да? На тебе, остановка сердца. Когда батя сказал, жри, что подарит тебе тачку, ожидание — реальность. Так, показываю один раз, как делать изи-мани. Ой, бля, трэш. Это видос про GTA, пошли? Как делать что в GTA? Нормально, полицейский такой. Хуесос. Пам-пам-пам. Красава, брат. Я считаю, справедливое наказание. А и вот моя заслуженная награда, 28 баксов. Делать деньги? Вот так. Вообще, в Лос-Антосе самые приветливые копы. Они при встрече обязательно угостят тебя свинцом. Здорово. Какого хрена? За что? За что? Это буквально, знаешь, ты с другом поссорился, такой ругаешься. Это у тебя младший брат, если есть, ребят, вы понимаете, у кого есть младший брат. Ты ругаешься с младшим братом, потом младший брат начинает плакать, приходят родители, тебя пинают за то, что ты якобы его обидел. Бля, такая же за. Представь, тебе осталась одна победа для повышения ранга. Что делают в это время твои тиммейты? Это вы с батей кинули петарду, она не взорвалась, и он сказал тебе идти проверить. Ты какой там корсар 9 кинул? Как я себе представляю встречу с преподами, чьи пары я прогуливаю? Ножом зарежет? Евгений Геннадьевич, я просто опоздал, я к вам на пару! Давай! Ладно, иду. Ну, простите. Турпутевка закончилась! Он кинул ему гранату? Типа, взорви себя? Или что? Bye. Ну вообще, я считаю, что чувак рано сдался. Надо было бороться. Надо было в них кинуть просто гранаты. Ты че? До последнего. Я бы в этом случае взял гранату и кинул бы в них. Ну да, ни хрена бы не поменялось, но я хотя бы попытался. Вообще, с каким трудом... Bye. Дом мне достаются фраги. Вот именно, они мне даже не достаются. И как делает фраги мой друг? What the fuck? Тут даже она охренела. Я охерел просто. Это чисто мое лицо. Как оскорбить людей в наше время? Ты ничего не делаешь, вдруг кто-то прибежал, оскорбился и смотрит на тебя такой и умирает из-за этого. На любой фотографии. Really, nigga? Нет, серьезно, он тупо ковырял проволоку и наковырял себе на фраг. Вот если я когда-то захочу кому-то дать ножа, то постоянно происходит какая-то хрень.
Да, он только что засейвил тиммейта дверью. Когда мне как-то так нажали, даже стены не помеха. Утро доброе, бля. Я, кажись, обди... Я обосрался просто. Делался легким испугом. Обосрался. И, кстати, в радуге тоже люди могут ходить сквозь стены. Скримеры. Слушайте, как так получается? Я в батле на танке могу сбить летящий на сверхзвуковой скорости самолет. Ну просто попасть по пехотинцу, это уже что-то на киберспортивном. Борис Бритва. Или Борис хрен попадешь. Резкий, как удар серпом по яйцам. Жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Ой, бля. И умер он от сердечного приступа. Снова GTA в атаку пошла. Это ты в 3 часа ночи в комнате пытаешься убить комара. Ну, сука. Ой, блядь, меня этот звук так напрягает, это правда. Они еще скотины к тебе конкретно подлетают зачем-то. Еее. Спасибо, папа. Мой любимый аттракцион, папа. По щам экспресс. Всегда по расписанию. Да, это кажется безумием, пока ты не... Сынок, ты хотел поехать в Диснейленд? Вот тебе Диснейленд. Видишь аттракционы у викингов. Чувак возомнил себя Джеком Воробьем. Найс. Круче, чем викинги, никто не отдыхает. Викинги отдыхают лучше всех. Ага. А сейчас вы увидите самого гениального командира отряда в истории. Оставайтесь живыми. Не удалось. Не, ну... Я сказал, оставайтесь живыми. В самом деле, пацаны, приказ был оставаться живым. Вы какого хрена умерли? 3 наряда вне очереди каждому. Ну а на этом все. Блин, крутой видос, мне понравился. Прям хороший. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Рофельно было. Блин, GTA-шка рофельная. Не знаю, нравится ли она тебе, но мне она всегда с нее рафлянет. Ясно. Ягами, это точно, это ж Дезнот. Это ж тетрадь смерти. Он опять, блядь, пытался какого-нибудь кукумбербеча записать. И случайно ошибся, убил какого-то абхаза, ни в чем не виноватого, который сидел и катался. Ой, это было круто. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока, на этом все. Всем пока, до скорого, удачи.